Рамзан Кадыров заставил помириться Асхаба Тамаева и Дибира Махмудова. Вот за это Рамзану Ахматовичу уважение. Все четко сделал. И надеюсь, таких конфликтов между дагестанскими и чеченскими братьями больше не будет. А вот тем временем конфликт между Тамаевым и Дибиром Махмудовым окончательно завершен. Поспособствовал этому лично сам Рамзан Кадыров. Ведь Тамаев сначала хотел отомстить. Я с ним согласен, и все будет так, как он сказал. Ребят, я вижу вашу поддержку, теплые слова в директ, со мной все хорошо, все нормально. Большое спасибо, что переживаете. И с вашего позволения я обратился. Как вы оцениваете поступок Рамзана Кадырова? Правильно ли сделал Кадыров, что остановил это все и не позволил отомстить? Ваше мнение, братья, ваше мнение я буду, как всегда, ждать и читать в комментариях. Я читаю все комментарии, отвечаю, поэтому прямо сейчас я жду тебя там, в комментариях. Так что давай, брат,